Всегда очень сложно снять футбол. Да, потому что, как правило, ну, используют или артистов, которые не очень хорошо в него играют, да, или не очень понимают суть игры. Поэтому, на мой взгляд, основное достижение фильма – это то, что прекрасно снят сам футбол и переданы полностью эмоции, технические, тактические навыки игроков. Футбол – это даже не игра, это жизнь или больше, чем жизнь. Фильм о судьбе человека. Судьба в данном случае рассматривается на фоне спорта. Человек – спортсмен. Взлеты, падения, жизненные приобретения, потери. Это, я бы не сказал, что это спортивная драма или, так сказать, драма спорт-экшен какая-нибудь. Это просто очень хорошая история, очень интересная история про судьбу человека. Это фильм о мечте. О том, что один человек способен на то, что он может перевернуть жизни многих людей, и вместе, и если у нас есть сильная цель, если мы все трудимся и объединяемся, все возможно и все достижимо. Фильм, конечно, о любви. О страсти. О том, что все зависит только от вас. И один человек вместе со своим единомышленником способен изменить мир к лучшему, занимаясь просто своим любимым делом. Для этого не нужно иметь что-то специальное или быть кем-то выдающимся или особенным. Просто нужно любить то, что делаешь, и верить во что ты делаешь. Вот про это кино.